Ребят, вы заранее должны простить мне отсутствие энтузиазма в этом влоге. Дело в том, что я все еще немножко больна. Веселье и задор — это сейчас не моя сильная сторона. Плюс я сделала себе мезотерапию, потому что мои вот эти морщинки на шее уже настолько давно, что я сроднилась с ними. И тут я пытаюсь от них избавиться. Я делаю разные упражнения на вытягивание вот этих шейных мышц. Не знаю, просто все подряд, которые нахожу на YouTube, плюс решила добавить туда немножко витаминчиков. Я сделала небольшой шопинг на Revolve. Крохотный сегодня приехала моя посылка. Потому что у меня наблюдается острый дефицит нарядной одежды, которую можно надеть на мероприятие. Я уже износила всю свою на 100 тысяч раз. И раньше я покупала интересные платья, классные костюмы, и все это висело без дела в моем гардеробе в Екатеринбурге. Здесь, в Питере, мероприятия проходят по нескольку раз в неделю. И хорошо бы знать, что ты наденешь на следующее. И круто было бы, если бы это повторялось не так часто, как повторяется у меня. В течение дня, бог с ним, я живу в леггинсах и в толстовке, но вечером хочется выглядеть немножко презентабельно, чуть-чуть экстра. Первое, что я заказала, это вот такой топ, который сейчас на мне. Он от французского бренда Мусье. Вполне вероятно, что вы знакомы с ним, потому что его создала французская блогер, фэшн-блогер It Girl, ранее известная как Аденора. И я заметила, что у таких небольших sustainable брендов, которые делают дропы буквально там несколько раз в год и в очень ограниченном количестве, как правило, довольно интересная посадка, есть свои фишечки, хорошее качество. Единственное, что если мы берем более значимые вещи, такие как коктейльные платья, они будут стоить довольно дорого, но если подыскать топы, лонгсливы, вот у таких маленьких брендов, это чуть дороже, чем в масс-маркете, но разница в качестве действительно существенная, и я очень рада, что этот бренд появился на Revolve. Я очень давно смотрела на этот топ, не понимала, нужен он мне или нет, но каждый раз, когда я одевалась и наряжалась куда-то, я представляла его и думала, вау, сейчас бы он мне пригодился, и все-таки купила. Буквально недавно я заказала вот эти джинсы, они от бренда React. Мне прям сильно и давно хотелось какие-то джинсы в стиле 90-х, чтобы носить со своими кожаными куртками, и мне очень нравится, как они сидят по бедрам, мне нравится оттенок голубого, но их нужно чуть-чуть убрать в талии, великовато. Коктейльное мини-платье от бренда Superdown, я вам очень рекомендую обратить на него внимание, если вы будете шопиться на Revolve, потому что это один из самых бюджетных, но при этом очень классных, очень удачных брендов, которые там представлены. Я люблю мини-платье, я подумала, что оно будет здорово смотреться с черным блейзером и какими-то высокими сапогами, может быть, ботфортами. Меня в этом сезоне прямо завораживает вот этот то ли испанский, то ли цыганский принт красных цветов на черном фоне. И здесь они выполнены именно как-то со вкусом, так что я думаю, это отличный вариант для меня, чтобы сходить на очередную вечеринку или просто мероприятие, выставку. Следующая покупка была довольно рискованной, потому что я все еще не знаю, как делать возвраты на Revolve. Мне кажется, что это сложно. Вещи нужно будет отнести на почту или что-то в этом роде. В общем, если я заказываю там что-то и меня это не устраивает, я просто перепродаю, либо оставляю эту вещь, не знаю, зачем. В общем, я нашла комбинезон. Это тот же самый бренд Superdown. Черный, в полоску, из довольно стрейчевого материала. Опять же, в этом сезоне я немножко подсела на обтягивающие расклешенные брюки. Здесь как раз такие, у них еще и вырезы. В общем, здорово. Не могу сказать, что он сел на 100% идеально. Все-таки есть небольшие морщинки тут и там. Скорее всего, этот комбинезон рассчитан на более высокую фигуру, как и 90% одежды, которая сейчас представлена на рынке. Плюс высокий топ-бандо. Это не моя любимая ситуация. Но мне все равно нравится концепция этого комбинезона. И мне кажется, я могла бы носить его не только с каблуками, но еще и с кедами, потому что штанины не слишком длинные. Я в своей голове представляла его с каким-то ремнем или винтажным поясом, и в принципе мне нравится, как это смотрится, чуть более неожиданно, чем ваше обычное стандартное платье, и плюс я очень люблю полоску, мне нравятся костюмы в полоску, мне нравятся брюки в полоску, в этом есть что-то мускулинное, при этом очень женственный, красивый силуэт. Кроп-топ с удлиненными рукавами, но здесь посередине есть вырез на завязках. С помощью этих завязок вы можете поднять его выше или наоборот опустить немного, в зависимости от длины вашего туловища. Также можно регулировать вырез, который либо откроет вашу грудь сильнее, будет смотреться чуть сексуальнее, чем обычно, либо наоборот, если вы поскромнее,
можно затянуть. Скромность не очень коррелирует с моими вечерними образами, это мы уже знаем, но все разные. Бренд называется Aster. Это, собственно, все, что я заказала на Revolve. Еще у меня висит один заказ на Asos, который я тоже хотела вам продемонстрировать, но он не успел приехать. Там буквально два бабушкиных, а-ля бабушкиных платья и брюки, клёш молочного оттенка, который я очень хотела к этому топу. Однако, у меня для вас есть кое-что еще. На днях я получила заветную коробочку. Здесь новые часы Daniel Wellington. Они называются Iconic Link Arctic. Посмотрите, какое чудо. Я выбрала для себя арктический синий. Еще есть изумрудный и янтарный оттенки. Они дополнили свою линейку Iconic Link цветными циферблатами, которые вдохновлены такими натуральными природными оттенками. Размеры циферблатов варьируются от 32 миллиметров до 40. Я выбрала себе 32 миллиметра, потому что мне понравилась концепция таких мужских тяжелых часов в минималистичном женственном исполнении. Вообще, в последнее время я в небольшом тупике относительно того, какие часы я хочу носить. Раньше, если вы помните, я носила прям мужские часы из мужских коллекций, максимально огромные, потом ушла в сторону старомодных, миниатюрных, квадратных циферблатов. И вот это, мне кажется, золотая середина между тем и другим. Они все еще женственные, но при этом достаточно современной формы, и мне очень нравится оттенок циферблата, который я выбрала. Помимо этого, у них есть очень классная линейка Petite, которую я показывала вам ранее, и она тоже сейчас доступна вот в таких разноцветных, вдохновленных природой циферблатах. Так что я оставлю вам ссылку на сайт Daniel Wellington внизу в описании, если вы захотите познакомиться с этими коллекциями. Также вы можете использовать мой промокод Вострикова21, который даст вам скидку 15% абсолютно на все, что вам понравится на сайте danielwellington.com. Опять же, ссылка в описании. Промокод тоже будет продублирован в описании. Классный подарок для себя. Классный подарок для своих родных. У всех моих родных начинается сезон дней рождений в ноябре. Каждый год вам об этом сообщаю, но я в полной прострации относительно подарков, которые дарить маме, папе и бабушке. Особенно бабушке. С мамой более или менее понятно. С папой вообще темный лес. Папа, если ты хочешь часы, я знаю, где их можно взять. Что, ребята, добро пожаловать в это прекрасное время года, когда свет в квартире будет хотеться включить уже в 12 часов дня. Мы пробудем здесь некоторое время, ничего не поделаешь. Мы с вами очень давно не красились вместе, мне нужно снять кое-какой контент для Инстаграма, я крашусь только поэтому. У меня появилось что-то новое из косметики, в кои-то веки, я уже успела попробовать это и хочу поделиться с вами своими впечатлениями и мыслями. Свой BB-крем я вынуждена миксовать вот с этим дневным кремом от Elemis. Мне кажется, в него явно добавлен какой-то хайлайтер, потому что он очень красиво сияет. Я не умею подбирать правильный оттенок тонального средства. Это происходит со мной далеко не в первый раз. Ребята, клянусь вам, я прихожу в магазин с полным пониманием того, что все мои тональные средства слишком темные для моей кожи. Они подойдут мне исключительно летом, никак не зимой. Я захожу туда с мыслью, что-то светлое. Именно тот самый момент, когда ко мне подходит консультант и спрашивает, какой оттенок тонального крема мне нужен, я говорю, давайте самый темный. Что со мной происходит? Почему я покупаю косметику не того оттенка, которого я сама, а того оттенка, которого я хочу быть? Похоже на правду. Мне крайне обидно, что вы не застали меня хотя бы вчера, например, потому что я была в таком фантастическом настроении, я была полна сил, полна шуток, энтузиазма и жизненной энергии. Моя вялотекущая простуда проходит довольно странным образом. Один день ты просыпаешься и кажется, что ты поправился и все уже хорошо, но буквально на следующий день тебя накрывает с новой волной. Не так, чтобы сильно, но это какое-то полуразбитое состояние и немножко болит горло и прям лень разговаривать и взаимодействовать. У меня проскользнула одна довольно интересная мысль, возможно, это отзовется кому-то из вас. Я подумала и поняла, что как женщина я не живу своим полным потенциалом. Я ненадолго представила себя декаду спустя, лет так 10-12 от сегодняшнего дня, и с того момента, как бы оглядываясь назад, я подумала, блин, у девочки было все, у нее была красота, у нее была молодость, у нее были ресурсы, у нее была жизненная энергия. Почему она не использовала все это на полную катушку? Почему она не заботилась о своем здоровье так, как могла бы? Почему она не занималась спортом так, как могла бы? Ухаживала полноценно за своим лицом, не обращала должного внимания на свое питание. Почему? Поддавалась лени, поддавалась какой-то постоянной прокрастинации,
прокрастинации, как будто, знаете, жизнь, она бесконечная, и профукать один день, это вообще ничего страшного. А потом еще один, а потом еще один. Карандаш для бровей, который я заказала от Косос, это уже второй. Первый, естественно, я выбрала не в том оттенке, который был мне нужен, потому что сейчас я крашу свои волосы немного теплее. То, что я использовала раньше, не подходит. Поэтому предыдущий я отдала маме и заказала себе оттенок. Совершенно нигде не написано, как он называется, но это какой-то тепло-коричневый. Во-первых, мне очень нравится упаковка Косос. Я заказала еще и гель для бровей. Это очень похоже на карандаш-автомат из 90-х. Не знаю, мне просто весело этим пользоваться. Ну и, откровенно говоря, я поняла, что я так больше не хочу. Плюс я проделала технику, которая очень сильно помогла мне несколько лет назад, когда я с головой ушла в спорт после ее выполнения. Она заключается в том, что ты представляешь себя через 5 лет. С какой женщиной, или если вы мужчина, каким мужчиной вы хотели бы быть, или вы видите себя через 5-6 лет. И опять же, в очередной раз я осознала, не проснусь я однажды утром волшебным образом той личностью, которой я хочу себя видеть. Более того, не прилетит никакой волшебник в голубом вертолете, который возьмет меня за ручку и отведет в светлое будущее. Если я хочу оказаться там, где я себя вижу, спустя какое-то время, я должна начать прилагать усилия уже сейчас. Самое обидное, что как только я это поняла, осознала и решила, я заболела. Полагаю, это называется сопротивление. И мне вам объяснить. Я думаю, все уже прекрасно понимают, что мы творим свою действительность сами, и самое интересное, что мы делаем это маленькими шажочками каждый день. То есть смысл не в том, чтобы совершать раз в месяц какие-то отчаянные, фундаментальные, важные поступки, и все остальное время можно спать и ничего не делать. Нет. Крохотные решения, которые мы принимаем каждый день, абсолютно не замечая никаких результатов в самом начале, зато потом мы получаем все и сразу. Главное не остановиться на полпути. Здесь так темно, что я понятия не... Боже. Так, ладно, брови сестры, а не близняшки. Я не знаю, как вы, я поняла, что я хочу результаты. Я очень хорошо отдаю себе отчет в том, что мне придется наплевать на лень, на плохую погоду, на упадническое настроение, и более того, сделать это придется не один раз, а систематически. И, конечно же, нужно быть к этому готовым. Кстати, я очень четко смогла отследить, в какие именно моменты я горжусь собой. Если я, например, подвожу итоги за неделю, я понимаю, что я успела везде по чуть-чуть. То есть я всю неделю занималась спортом, я правильно питалась, я проявляла себя как хорошая, заботливая мама. Находила время для друзей, находила время для семьи, находила время для себя. И вот это вот колесо жизненного баланса, когда оно у меня в порядке и везде сделано хотя бы понемножку, я прямо горжусь собой, я чувствую себя очень хорошо. Если в этом колесе баланса появляется перекос хотя бы в одну сторону, клянусь богом, все остальные тоже начинают приседать, они все разом летят в тартарары, потому что вот этот один аспект, он забирает всю вашу энергию и все ваше внимание. Мое, по крайней мере, со мной это так работает. Я точно знаю, что мне нельзя фокусироваться на чем-то одном и отдавать свое внимание только в одно направление. Но опять же, это жизнь. Где-то в какую-то неделю у тебя будет больше работы, в какую-то неделю нужно уделять больше внимания Алисе, ее школе, ее занятиям. Там где-то у кого-то, может быть, родственники переболели, и вам придется больше обратить своего внимания туда. Но если брать в целом жизнь, неплохо бы поддерживать все в равновесии, в балансе. У меня был в последнее время такой затянувшийся период отшельничества, за который я сама себе очень благодарна, потому что я буквально по крупицам собирала информацию о себе. Я пыталась понять, когда я действительно счастлива, в какие моменты я чувствую себя наполненной. Путешествие, да, прикольно, но это радость только здесь и сейчас. Опять же, какие-то вечеринки, мероприятия, это тоже радость, но в моменте, она недолгосрочная. Если уходить в противоположную сторону и целыми днями залипать только на спорте и на брокколи, там тоже мало приятного. И вот я вывела для себя некую формулу, благодаря которой я в шоколаде. Кстати, впервые в жизни купила себе дорогие, хорошие щипцы для завивки ресниц, не от Кевина Куон. Я раньше покупала просто какие-то копеечные, потому что думала, что разницы нет, потом почитала отзывы. Многие говорят, что хорошие щипцы прямо меняют жизнь, очень облегчают рутину. Отчасти соглашусь, у них действительно какая-то совершенно иная форма, и завиток на ресницах держится гораздо значительно дольше. Ресницы я завиваю каждый день. Не крашу, но завиваю.
По-моему, это мило. Если обобщить все вышесказанное, мне, наверное, просто надоело быть не до в тех сферах, которые я считаю действительно важными для хорошего качества жизни. Конечно, быть идеальным во всем – это миссия невыполнима сразу же. Я, наверное, скорее склоняюсь к тому, чтобы, хотя бы, знаете, затрагивать вниманием. Просто затрагивать своим вниманием разные сферы в колесе жизненного баланса. Не забывать о том, что помимо работы есть еще и друзья, есть еще и семья, которая нуждается в твоем внимании, нуждается в твоей поддержке. Помимо воспитания детей есть еще и ты, твое тело, твой спорт, массажики хотя бы. Пусть один раз в пятилетку. Я вообще далеко не мать Тереза в этих вопросах, потому что скорее я фокусирую слишком много внимания на себе самой, нежели на окружающих. И мне бы действительно хотелось это изменить, потому что когда чересчур фокусируешься на себе, это не приносит тебе такой отдачи, как когда ты взаимодействуешь с окружающими. Все. На этом заканчиваю свой очередной спич о наболевшем. И, кстати, я все больше замечаю маленькие нюансы, где терапия дает свои плоды. Еще несколько месяцев назад я бы не села снимать вот с таким говноманикюром. Мы бы с вами ждали неделю, а то и две недели, когда в моем салоне появятся свободные места, я смогу сделать себе идеальный маникюр. В общем, я была таким придирчивым перфекционистом в тех моментах, которые на самом деле не стоят моего внимания, да и вашего. Официально готовы к этому дню, идем снимать инстаграм-контент. Если я пойду... Последнее, что я хочу, это выходить в эту суровую, пасмурную, мрачную, вечернюю, слякотную действительность, но мне жизненно необходимо попасть в банк, снять деньги, потому что сегодня вечером мне нужно заплатить за квартиру, и да, я плачу наличными. Плюс у меня закончился бездрожжевой хлеб, булочная по пути. Ты хочешь что-нибудь в булочной? Я хочу хачапури и белый хлеб. Кстати, да, сегодня мне нужно купить билеты, потому что в ближайшие дни мы улетаем в Екатеринбург. Алиса отправляется на каникулы бабушки. Ну, не мы, а я уже еще раз повторюсь, я одна. Мама не летит. Ну, позвони, когда берешься. Смотрите, какой красавец. Вот я клянусь, я не могу ни разу пройти мимо и не восхититься красотой Смольного. Самое удивительное, он каждый день разный, в зависимости от цвета неба. Такое ощущение, что они отражают друг друга. Когда я только переехала сюда первым утром, я пошла за кофе, смотрела на лето и думала, вау, какая обаятельная милая церквушка. Интересно, что это? Нужно погуглить. Потом я узнала, что это Смольный. А еще из моего пакета доносится такой вкусный аромат хлеба, что я просто жду не дождусь зайти домой и макнуть его в масло. Нет. Он горячий. Ну, хрустящий. Чуть-чуть давай. Ты была в Риме, когда тебе было 6 месяцев? Так никогда хлебом еще не восхищалась. Потому что он с маслом. А масло с солью и с перцем. А перец с солью. Красивой жизни не запретишь. Но это весь мой ужин, я надеюсь. Прекрасно, жизнь удалась. Я знаю, чего не хватает. Не хватает томатов. Вот что нам нужно. Можно мне? Подожди, они умрят. I saw you dancing. Я хочу послушать эту песню теперь.
классная. Это моя первая пятница дома за много недель. Я в восторге. Моя внутренняя бабушка очень сильно радуется. Я придумала кино, которое я хочу посмотреть. И у меня есть прекрасная книга, которую я еще не дочитала. Боже, нет, этот день не может быть лучше.